мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня хочу приготовить очень вкусный и простой в приготовлении тортик. Для этого мне понадобится, у меня здесь находится мука, сметана, разрыхлитель, сгущенное молоко, сливочное масло, куриные яйца и сахар. Точное количество ингредиентов я укажу под видео в описании. В миску отправляем сливочное масло, сгущенное молоко и все хорошо перемешиваем. Добавляем 2 яйца комнатной температуры и вновь все хорошо перемешиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. И все перемешиваем до однородной консистенции. И вот такое по густоте тесто у меня получилось. Форму я застелила пергаментом. Форма у меня 22 сантиметра. И отправляем в нее наше тесто. Выпекаем наш корж при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Готовность коржа проверяем шпажкой или зубочисткой. Пока выпекается наш корж, займемся кремом. Добавляем к сметане сахарную пудру, либо сахар, здесь уже по желанию, и все тщательно перемешиваем. Сметану я заранее отвесила на несколько часов, чтобы с нее ушла лишняя жидкость. Сегодня хочу добавить к нашему тортику красок лета, и поэтому добавляю пищевой краситель, несколько капелек. Готовый остывший корж разрезаем на две части. Выкладываем на блюдо корж, смазываем его кремом. И промазываем полностью верх и бока торта. Украшаем тортик на свое усмотрение. И отправляем наш тортик на несколько часов в холодильник. Тортик по этому рецепту получается невероятно нежным и вкусным. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!